Удивительную встречу удалось организовать участникам фонда «Интеркультура АФС» в стенах Слободской гимназии. Четыре разных страны, четыре непохожих культуры стали чуть ближе России и слободским ребятам. В день межкультурного диалога к слобожанам в гости приехали иностранцы, которые в этом году учатся в школах области по обмену. Школьники представляли Италию, Турцию, Таиланд и Германию. Кроме того, в слободской гимназии побывала и кировчанка Бажена Старикова, представительница принимающей стороны. Разговор со СМИ получился откровенным. Ребята рассказывали, что их удивило в России, оказалось неожиданным и непонятным. On the first day that I arrived, когда мы приехали, был сильный дождь, все было серым, и первое впечатление о том, куда я приехала, зачем я приехала. Есть люди, которые уехали в Краснодар, к морю, там тепло, почему я здесь? Потом я привыкла и поняла, что здесь тоже хорошо, я счастлива. Мне помогают справиться с трудностями и в школе, и в моей семье. Самое странное, что было для меня, это чай. Русские люди пьют очень много чая. I'm here for 8 months, so... Я здесь уже 8 месяцев. За эти 8 месяцев я многое узнала, многое поняла, приобрела огромный опыт. Приходилось справляться с трудностями, но я справилась и привыкла ко всему. Конечно же, самое трудное было, наверное, сократить дистанцию, обниматься, но я привыкла и к культуре. When I first came here... Когда я приехала в Киров, было очень дождливо, прохладно, холодно. Это совершенно другая погода. Для нас это уже зима, несмотря на то, что это был август. Но моя семья, мои одноклассники помогли справиться со всеми трудностями. Они очень доброжелательны. Самое странное и самое необычное для меня было то, что мы используем ножи и вилки, а в России чаще едят ложками, не используя ножей. Семьи постоянно ест вилкой с ножом. Я сижу, я тоже кушаю, и она ест блинчики, ножик с вилкой. Я беру руками и прям руками ем спокойно. А так, в принципе, ничего нового у нас не возникло. Объяснила ей, что, где и как. Просто папе немножко сложнее, например, потому что он разговаривает только по-русски. И ему приходится постоянно показывать жестами. То есть у нас появился второй язык жестов дома. Это единственное изменение, которое у нас есть дома. Больше мы ничего такого не меняли, все осталось как прежде. Well, the streets, they are like in our village. Улицы старые, как в наших деревнях, немного разбитые, но я привыкну к этому. Вторая необычная вещь – это то, что в доме нельзя свистеть. А я так привык свистеть дома. Как водится, поговорили о мифах и стереотипах, которые окружают загадочную, далекую для иностранцев Россию. Не обошлось без юмора. Russians. Русские светловолосые. Русских есть водка. Russia is extremely cold. Russia is vodka. Russia is communism. Russia is 34. И, ну, автомат Калашникова. Вообще, юмор – привычная часть в повседневном общении европейцев. Жители Таиланда же покоряют своими невероятно открытыми улыбками. Ребята поделились своими наблюдениями в вопросе разницы культур. Yes, I saw this. Для меня самое непривычное было то, что люди действительно очень сдержанные. В моей стране необходим телесный контакт. Мы обычно обнимаемся, целуемся. Здесь такого не бывает. Если мы встречаемся в школе с моими одноклассниками, я обычно улыбаюсь, а они без улыбок проходят мимо. Но дома, можно сказать, что атмосфера такая же, как у меня в родной семье. Мы всегда обнимаемся, мы всегда целуемся. Мне желают хорошего дня. Меня встречали очень тепло, предлагали чай, конфеты. И я почувствовала, как в своей семье, бабушке с дедушкой. Надеюсь, что я привыкну. Я не буду замечать эту разницу. I first came here on 25. Я приехала 25 января. Было очень холодно. Первое, что я заметила в течение первого месяца, это то, что люди не улыбаются. Я пыталась улыбаться, но никто не улыбается. Конечно, невозможно улыбаться при такой холодной погоде. Еще одно необычное для меня – использование вилки и ножа. Мы обычно едим рис, а русские люди не всегда едят рис. Да. И когда ты берешь вилкой рис, конечно, невозможно взять много. Еще одно необычное, что я заметила в русской культуре, это то, что
люди любят обнимать друг друга. Для меня было это трудно поначалу, но затем я привыкла. Когда я приехала сюда, я поняла, что русские люди очень сдержанные, не улыбаются, но потом я поняла, когда приехала в семью, я поняла, что люди достаточно открытые, приветливые, когда они знают друг друга, когда они привыкают друг к другу. И поэтому мои одноклассники, моя семья всегда обнимают меня, всегда приветливы со мной. Для меня это важно. Культура сильно отличается? Какие-то черты характера? Да я не думаю. Да, в принципе, вот, похоже, очень похоже. И не замечаешь. Вот все друзья, которые ко мне приходят в гости в детсинге, говорят, вот так и не скажешь, что она из Турции. У меня учитель по рисованию тоже, мы ходили вместе на ИЗО, и он пришел и начинает с ней говорить по-русски. Она сидит, хлопает глазами, а он говорит, что, не понимаешь? Она на меня поворачивается, я говорю, она не говорит по-русски, она из Турции. У него был такой шок. Ну, поэтому я не думаю, что сильно отличается у нас. Мы стараемся делать все так, чтобы в семье было комфортно, так же, как и дома. И это, я думаю, главное. It is also very... Для меня тоже было непривычным то, что люди не улыбаются в ответ. И, конечно же, для меня как вызов такой заставить хотя бы одного человека улыбнуться мне. А в целом, найти со сверстниками общий язык, даже если говоришь на разных языках, сложности не составляет, уверены ребята. И их вывод нашел свое подтверждение спустя несколько минут, когда в межкультурную среду гости погрузились уже вместе со слободскими гимназистами. Познакомились, пообщались, рассказали друг другу о себе. Время для участников встречи пролетело быстро. Заодно удалось потренироваться в общении на английском.